Друзья, всем привет! Сегодня нам обратился житель нашего города. Погромче. Что? Погромче. Друзья, всем привет! Сегодня к нам обратился житель нашего города. Знаем о нем только то, что он отец-одиночка, воспитывает двух детей, двух дочек. 12 и 14, по-моему, лет. Сейчас зайдем, узнаем все подробности, познакомимся. Здрасте. Петр. Паша. Алексей. Паша. Снимать будем, ничего страшного? Ну, если это не будет в общественных этих. Ну, конечно, будет. Будет? Блин, обязательно. Я же про это мы же выкладываем, то есть у нас YouTube канал, свой Instagram канал, то есть вся помощь идет. Мы же не от государства работаем, наш фонд. У нас все делают практически. Думаю, потом будут пальцем. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Петр, я из благотворительного фонда «Добрые сердца». Ваши дочери, да? Да. Мои дочки Валентина. И Яна. Яна. По сколько лет им? Валентине 2 декабря будет 14. А мне 12. Яне 12. Расскажите о вашей ситуации, вот вы нам набрали. В общем, у нас получилась такая ситуация сложная. Я убирался по дому, собирался печку мазать. В общем, схватил корыто с раствором. Вытащил его, все, затопил печку, все как надо сделал, лег спать. Ночью проснулся от боли ужасной в ключице. Я проснулся, она у меня вот так вот вылезла, можно сказать, в подбородок начала. Ну, вывих в ключице. Да, вывих в ключице. Нет, я имею в виду, извините, перебью, с самого начала. Вы, получается, отец-одиночка, да, правильно? Да. То есть вы с женой разошлись сколько лет назад? 10 лет назад. 10 лет назад и больше вы не видели, о детях она никак не... Не, она о них не вспоминает, ничего не звонит. То есть вы один воспитываете, получается, да, дочерей все эти уже 11 лет? Да. Правильно? Да. Паш, ну молодец тебе за это. Это, да, конечно, хорошо. Сейчас, в данный момент, получается, еще я до этого узнал, что вы коронавирусом переболели. Да, ну, я вот буквально на днях выписался, буквально на той неделе я выписался с больницы. Коронавирус. Ну все, отличились, все нормально. Победили. Девчонки сдавали ПЦР, все нормально. Девчонки сдавали ПЦР, все нормально. То есть как бы не болеют, все хорошо. Не болеют, учатся в школе, как бы. Сейчас, то есть вы сейчас на данный момент не работаете? Да, на данный момент я не работаю. По причине того, что ноги, да, пухли? Да, ноги, да, пухли. Ну и плюс вот он же... Покажи, Паш, что там. Ноги? Да. В начале истории же вот рассказал, что вывих ключицы. Сейчас на лечение. Ну вот она, все. Ну, она вторая. Да, ступни, ступни опухшие. Это они сейчас еще сошли немножко. Сошли еще, а были они вообще вот такие, как бетончики. Это из-за чего, может быть? Осложнение от коронавируса? От коронавируса после возможно, я точно... А к врачам не обращался, что они говорят, какие побочки... Они сказали, в больнице мне сказали, мы вас от коронавируса вылечили. Все, дальше... идите дальше сами уже, да? Да, дальше пойдете к терапевту. Но это на самом деле может быть, я не специалист, конечно, но предполагаю, что это может... Вас же лечили препаратами, правильно? Да. Это может какие-то побочные эффекты, то есть после лекарств, какие-то отеки, задержка воды, жидкости в организме. Я в этом, ну, деле, может быть такое. В этом деле не специалист. Сейчас вы не выходите на работу из-за того, что лечите еще сейчас вывих ключицы. Правильно, да, понимаю? Но, получается, на работу вы мне вот до этого говорили. Да, на работу я должен был выйти на ТМК еще в начале месяца. Угу. Ну, по причине вот этих всех... Болезней, этих форс-мажоров всех. В общем, сейчас, получается, на ТМК вас ждут, то есть место за вами осталось? Да, место за мной осталось, меня ждут на ТМК. У вас еще больничный будет, сколько, получается? Я не знаю, сколько восстановлюсь, неделю, значит, неделю еще буду. Ну, то есть, они будут ждать неделю, пока вы восстановитесь, потом уже приедете к ним, скажете, все, я полностью восстановился, и они устраивают вас на работу. А кем вы хотите туда устроиться? Я газоэлектросварщик по профессии. Газоэлектросварщики сейчас хорошо. Я как бы... После училища я пошел сразу на завод, я вырос на заводе. Поэтому... А, ну вы там раньше работали? Конечно, конечно. А, ну, все, ТМК, это...
Мы едва любимых заводов. Девчонки, что учатся, хорошо? Девчонки учатся. Нормально учатся. Могли бы лучше, но 4 у нас устраивает. Валентина. Молодцы, главное, что это. Так, ну получается, сейчас какая? Сейчас ситуация у нас, проблема с чем вообще в данный момент? Сейчас у нас проблема, в общем, продукты. Я скажу сразу зрителям нашим, вы, получается, живете в дачном массиве. Да, в дачном массиве. Но да, это да. Сейчас уже узаконено, здесь есть прописка, то есть да, они да, уже да. давно переделаны под обычный частный сектор, обычные жилые дома. Но все равно это раньше были дачи, то есть да. если они не утепленные сильно. Вам покажи, Лев, поверни. Печка недавно, ну в смысле самодельная. Да, она в этом году, в прошлом году она там построена. Печка хорошая. Сейчас проблема с дровами, с углем получается. Дрова, уголь. Но вот когда заходили, потом будем выходить, Лёх, ага. сними, что там дров немного осталось, там буквально ведро угля осталось. Продукты питания, да, наверное, Паш, какие? Продукты питания у нас тоже, у нас все по нулям, елки-палки. То есть ты 2 недели был в больнице, дети все съели, да? Нет, дети были в школе, и одну субботу, воскресенье брат их забирал к себе. Они то есть брат есть у вас родной? Да. Продуктов нету, в общем? Продуктов нету. Когда я в больницу уезжал, у меня были и продукты, и мясо было, у меня все было. Когда я приехал, у меня не было на двери ни замка, ничего не было, в общем. Взломали дверь, что ли, получается? Ну, получается. Ничего не взяли, ни технику, съели. Ни... Только все съели. Продукты. Люди голодные. Получается, продукты. Ну сейчас получается, вам нужно хотя бы дать руку помощи до того, как вы выйдете на работу, правильно? Да, подсобить. Чтобы когда начнете уже зарабатывать сами. Да, конечно. Нужны продукты, уголь, дрова, чтобы семья. Ну то есть, у кого есть возможность, люди могут отключить. Завтра отключат. Свет отключат? Да. Долг? Да. Какой долг? Там 8000 зимника, зимние взносы, 8000. Ну и, наверное, около 8000 сам свет. Я точно не знаю, но около этого, не меньше. Потому что я тоже была... Без света то печательно вообще будет. Да, вот сейчас здесь хоть ветродуйка. Данный момент работает ветродуйка. Хоть как-то отапливается. Если свет отключат, будет совсем беда. На дворе зима. Это сейчас еще морозов нет. Морозов, да, пока нет сильно. Да, 2 градуса сегодня, как бы по телевизору показывают, 2 градуса. Похолоднее немножко там, но... Так, Петруха, ну все. Пойдем, наверное, посмотрим. Давайте посмотрим, да, и дорогие друзья, сами ситуацию видите. Если кто-то отзовется и хочет помочь этой семье, все контакты наши ниже под видео. Звоните, пишите. Там же все реквизиты. Пойдем посмотрим. Пойдем, ну сейчас мы зайдем. Печка. Кошка. Ничего, что запустил-то? Вот получается... Вот у них колоночка. Да, колонка у них. Вот это все запасы. Все, что есть у них дров. Вот и уголь тут же. Щепотка, ну. Какой у нас дворик. Баня у них не лежит. Баня, вон там, наверное. Скорее всего, она. Ну что, давай. Вот, да, дорогие друзья, еще раз скажу вам. Ситуацию видите. Есть желающие помочь. Все контакты ниже под видео. Всем пока.